Здравствуйте, я Лилия Тимиева, буду общаться с вами в культурном контексте в этом выпуске. Сезон открыт. Запуск фонтанов поселения Фрианово – первый шаг к полному восстановлению приусадебного вида. В новой рубрике «Культурист» расскажем о маршрутах для любителей истории и культуры. Под аккомпанемент аккордеона в рубрике «Жизнь в искусстве» новый герой. «Я знаю буквы. Как звучит славянский алфавит» расскажем в «Культпросвете». В городском поселении Фрианово прошло торжественное открытие восстановленного фонтана. Надо сказать, что фонтан – это часть архитектурного ансамбля музея усадьбы Лазаревых. На фотографиях последующих владельцев Залогиных и Ставровских фонтан всегда был в центре внимания. Он стал центральной композицией всей приусадебной территории. Чаша сохранилась оригинальная, но была довольно в плохом состоянии, и долгое время не было представления о том, как выглядела скульптура. В советское время, когда в усадьбе размещалась школа и жили учителя, приусадебная территория была превращена в огороды. Тем не менее, чаша уцелела. Стало понятно, что если восстанавливать исторический облик этой территории, то начинать надо с восстановления фонтана. В летний период ворота парка открыты, и все желающие могут отдохнуть на территории музея перед этим самым фонтаном. 27 мая в историко-краеведческом музее городского поселения Фрианово состоялся праздник, посвященный восстановлению фонтана усадьбы Фрианово. Директор музея Екатерина Чернова отметила, что восстановление фонтана – это первый шаг восстановления исторического вида приусадебной территории. Этот проект разработан благодаря тому, что сохранились фотографии начала 20 века в семьях потомков Залогиных и Ставровских, проживавших в усадьбе до революции. К счастью, у нас есть достаточные архивные фотоматериалы, которые позволяют нам не придумывать, не выдумывать, а опираясь на вот фотоисточник, фотодокумент, действительно реконструировать и представить себе то, как выглядела наша усадьба 100 лет назад. Музейным сотрудникам удалось найти потомков Залогиных и завязать с ними дружбу не так давно, в 2008 году. Большим подарком стало то, что в семье сохранились альбомы с фотографиями, на которых оказались запечатлены виды усадьбы Фрианова 1910-1914 годов. А два года назад в усадьбу приехали потомки управляющего фриановской мануфактуры Сергея Ивановича Ставровского, женатого на Лидии Васильевне Залогиной. Семья Ставровских постоянно проживала в усадьбе, и у потомков также сохранились фотографии, дополнившие фотографии Залогиных. Так постепенно стала складываться мозаика, и на сегодняшний день музейные сотрудники имеют четкое представление о том, как выглядела усадьба, прилегающая территория и парк на период 1900-1910 годов. Сама фонтанная чаша сохранилась, а вот скульптура была утеряна после революции. Долгое время никто не знал, как именно она выглядела. В 1983 году в усадьбе снимали четырехсерийный фильм «Отцы и дети». Тогда с Мосфильма была привезена статуя мальчика Купидона и поставлена в фонтан. И только в 2008 году загадка была раскрыта, когда в альбоме потомков Залогиных была обнаружена фотография фонтана со скульптурой, изображавшей мальчика, держащего рыбу наподобие щуки. На праздник приехали потомки семей Залогиных, Ставровских, были сотрудники администрации, поселения, автор восстановленной фонтанной скульптуры, сотрудники Щелковской художественной галереи, представитель Щелковского историко-краеведческого музея, представитель Московского купеческого общества, потомок семей Алексеевых и Четвериковых, Наталья Александровна Добрынина, настоятель храма Иоанна Предтечи, отец Михаил, просто неравнодушный к сохранению исторического наследия представители творческой интеллигенции Наукограда, Фрязино и Черноголовка, и, конечно же, жители Фрианово. Пуск фонтана – это, так сказать, отправная точка, начала благоустройства усадебной территории на благо жителям поселка и гостям. В настоящее время усадебный парк используется как парк культуры и отдыха. Требуется подсадка деревьев, восстановление аллеи, а также в плане устройства сцены ракушки, детского городка, танцплощадки и аллеи молодоженов. Культ-курьер снова спешит познакомить вас с событиями культурной жизни Щелковского района. Ночь в музее прошла в Щелковском историко-краеведческом музее 21 мая. В этот раз особенность мероприятия заключалась в том, что театральное представление, историческую викторину и презентацию музея будущего обрамляли интерьеры столетней давности, которым дана новая жизнь. Такого и правда еще не было. Уникальную возможность увидеть первоначальную внутреннюю архитектуру здания, сводчатые потолки, старые газеты на стенах могли самые любознательные щелковцы. Для кого любовь к истории родного края сильнее сладких снов. Осмыслить значимость происходящего помогли артисты Щелковского театра. Мне кажется, что здесь что-то назревает. Вы подождите. Их сюда привезли, потому что это теперь музей. Вот это здание теперь целиком музей, понимаете? А это ценные экспонаты, музейные ценности.
После спектакля и традиционной викторины на знание истории гостям ночи в музее рассказали о перспективах использования новых и старых музейных площадей. Архитектор Алексей Воробьев придумал концепцию, и теперь сотрудники намерены более тщательно изучить архивы и создать современный музейный проект. Но параллельно будет большая работа по ремонту и восстановлению третьего этажа. Музейщикам желали сил и надежных партнеров, чтобы сделали все, как задумали. Но форсировать события они не будут. Лучше поработать подольше, но сделать хорошо. Первый этап работ должен завершиться к 50-летию нашего музея осенью 2017 года. Проект «Мир вокруг большой и разный» стартовал в культурном комплексе. В начале недели там открылась выставка, на которой были представлены работы детей и педагогов творческих мастерских и студий. В частности, картины и фотографии, лоскутное шитье, роспись по дереву, плетение и другое. Лучший город Земли. Концерт учеников вокально-эстрадной студии Виталия Володина прошел в районном культурном комплексе. Вместе с учениками выступил и сам учитель. Виталий – выпускник знаменитой Академии имени Гнесиных, композитор, музыкант. В его репертуаре немало современных и ярких песен, которые исполнил он лично. Не только вокал, но и актерское мастерство, а также пластику показали ребята на сцене. Дети не только поют, но еще и танцуют. Танцуют вместе с балетной группой, которая вот отозвалась как раз принять участие в нашем концерте. Для юных исполнителей это не первое выступление на большой сцене. Дети отлично исполнили хиты современной эстрады, органично воплощая образы. По словам Виталия Володина, название концерта «Лучший город Земли» посвящено, естественно, родному Щелково. Ежегодный конкурс вокального искусства «Алябьевский соловей» прошел в минувшие выходные в городском поселении Фряново. В этом году участие приняли конкурсанты со всего района. На земле, где композитор Александр Алябьев написал знаменитого соловья, перед началом конкурса гости и конкурсанты посадили около памятника композитору молодые липы. Около 10 лет назад в результате сильного ветра в парке пострадало множество старых деревьев. С тех пор заложена добрая традиция перед конкурсом облагораживать одну из красивейших территорий Щелковского района. В этом году основными площадками конкурса «Алябьевский соловей» стали усадьба Лазаревых и Фряновский дом культуры. Участники состязались в двух номинациях – 45 солистов в академическом и 16 коллективов в народном пении. Престиж мероприятия повысил и уровень жюри. В его состав вошли известные деятели культуры и искусства Российской Федерации и Московской области. В культурном контексте мы стараемся рассказать и показать многое. Объединяет это многое одно – культура. А как известно, истоки этой культуры – это история. Ее богатство, традиции и, конечно, исторические места, которые так манят туристов. Новая рубрика «Культурист» откроет и покажет интересные маршруты для всех, кто хочет знать, где же черпать вдохновение и любовь к культуре. Название Гребнево появляется где-то между 1402 и 1584 годами. Название сел, деревень, рек, ручьев, холмов в Щелковском районе – это россыпь топонимов, уходящих корнями в балтийские, финно-угорские, славянские, тюркские языки. Среди них есть и названия, происходящие от имен собственных и прозвищ. Так, деревни Турабьево и Амерево названы по татарским именам – Турабей и Амир. Название Фрязино происходит от слов «фряги», «фрязины», как называли на Руси времен Ивана III итальянцев. Село Рязанцы, вероятно, названо потому, что в нем жили переселенцы из Рязани. С Гребневым связаны устойчивые предания о связи этого места с казаками. Одно из них повествует о том, что село Гребнево было временным станом князя Дмитрия Донского, когда он возвращался с берегов Дона после победы над Мамаем. И здесь гребенскими казаками ему была преподнесена гребневская икона Божьей Матери. Затем казаки вернулись обратно на Гребень, на реке Терек. По легенде, именно тогда село могло получить свое наименование в честь Гребнева. Иконы. Помимо легенд, существуют и документальные археологические данные о связи Гребнева с казаками. В километре от села был обнаружен так называемый Иванов курень, предположительно стан атамана Ивана Заруцкого времен Смуты, а немного позднее, в 1623 году в Гребнево останавливались гребенские казаки, прибывшие в Москву вместе с кабардинской делегацией. Гребенские казаки жили в предгорьях Кавказа с очень давних времен. Как полагают исследователи, казаков можно отождествить с бродниками. Возможно, после победы на Куликовом поле не все казаки вернулись домой, кто-то, вероятно, захотел послужить. Таким образом, возможно, и появились на Щелковской земле места, названные в память о покинутой гребенскими казаками родине. А рассказ о дарении чудотворной иконы со временем трансформировался, и место действительных событий было перенесено устным преданием в Гребнево. Согласно данной версии, название Щелково в старинных документах Шелково и Гребнево происходит от этих станиц. А рядом есть еще и Гребенская гора, которая также могла быть названа в память о гребне Кавказе. Возможно, благодаря своему имени оно сближает нас с далекими южными
южными пределами России. При Иване III эти земли были пожалованы за верную службу боярскому роду Воронцовых. При них село получило свое теперешнее название. Потомки этого рода, братья Василий и Иван, при царе Иване Грозном служили в опричнине. Именно за Василием числилась гребневская вотчина. Согласно архивным документам, Василий Федорович продал ее Богдану Яковлевичу Бельскому, племяннику Малюты Скуратова, известному опричнику, участнику Ливонской войны, оружничему и ближайшему сподвижнику Ивана Грозного в последние годы его царствования. Затем село Гребнево вновь сменило хозяина. Еще при жизни Бельского во время его опалы в 1601 году оно было возвращено Борисом Годуновым вдове Василия Воронцова Марии Васильевне. Она прожила долгую жизнь и пользовалась большим почетом при дворе царя Михаила Романова. В 1618 году дочь Марии и Василия Воронцовых Анна выходит замуж за князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого и в качестве приданого приносит мужу свою родовую вотчину село Гребнево. Так Гребнево более чем на 150 лет переходит во владение древнего рода князей Трубецких. В конце мая ежегодно на территории храмов иконы Божьей Матери святителя Николая Чудотворца в деревне Гребнево собираются все желающие и начинается маршрут «Гребневская тропа». С рассказами местных экскурсоводов о владельцах и священнослужителях, живших и работающих здесь в разные эпохи времени, начиная с 18 века, таких как Трубецкие, Бибиковы. Затем по зеленой густой Державинской аллее путешественники направляются к месту, где бил знаменитый гребневский ключ, воспетый Державиным. Местные поэты, краеведы, творческая интеллигенция читают стихи и поэмы, вспоминают о выдающихся деятелях России, таких как Державин, Жуковский, Хирасков, Богданович и других, посещавших и творивших в этих местах. В Гребневе родился и вырос выдающийся музыкант Данила Кашин. Несмотря на крепостное происхождение, он знал 4 языка, основал первую музыкальную школу в России и был духовным лидером времен Отечественной войны 1812 года. Уникальная возможность посетить эти места представилась туристам из разных городов и областей. Пройти тропой, услышать рассказы краеведов о богатой истории этих мест. Но это ли не мечта? Особенно если учесть тот факт, что экскурсия проходила в день славянской культуры и письменности. Даже погода благоволит в этот день туристам. Сюда, в день славянской культуры и письменности, люди приехали для того, чтобы познакомиться с культурой Щелковского края. А Гребневская тропа – это лучший маршрут для этого замечательного времяпрепровождения. Посетив знаменитый памятник архитектуры, который сегодня остро нуждается в реставрации, собравшиеся смогли посетить и местный дом культуры. Здесь, на площадке, коллективы и артисты из поселений района приняли участие в ежегодном фестивале «Рожденный гребневской землей» Данила Кашин. Исполняли участники песни, написанные композитором и отражающие тему любви к родной земле, читали стихи. Хорошо, что такие фестивали проходят. Вы понимаете, это, во-первых, дает нам не забывать историю, основу нашу. Нашу ту почву, на которой мы стоим и твердо стоим. Также на фестиваль ежегодно приглашают мастеров рукоделия. Шатры с изделиями органично дополняют мероприятия. Здесь и поделки, и косметика ручной работы, вышивка и сувениры из дерева. Вот так встречала туристов знаменитая Гребневская земля. Талант, несомненный талант. Так о нем говорят зрители и слушатели. Молодой аккордеонист, сумевший покорить не только любителей музыки, но и строгое жюри ни одного конкурса. Арсений Строковский в рубрике «Жизнь в искусстве». Лауреат международных конкурсов Арсений Строковский, талантливый аккордеонист, выпускник Щелковской детской музыкальной школы, упорный, трудолюбивый, одаренный. По следам старшего брата, маленький Арсений был отдан на обучение музыке в подготовительный класс Щелковской ДМШ. Когда пришло время выбирать инструмент уже и как-то более серьезно заниматься, тогда мои родители вот приняли решение отдать меня к Михаилу Вячеславу Александровичу, и за что я им очень благодарен, потому что действительно это выдающийся педагог. Брат Арсения Ярослав играл на баяне, сам Арсений на аккордеоне. И если первый не продолжил занятия музыкой, то второго желания играть не исчезло. Талантливого мальчика ценили и стали регулярно отправлять на конкурсы, выставлять на концерты. Судьба музыканта – особый путь, который каждый проходит по-своему. У Арсения, как у неординарного исполнителя, возникло желание сделать аккордеон универсальным инструментом исполнения разножанровой музыки. Я увлекался и эстрадной музыкой, и сейчас продолжаю увлекаться и народной музыкой. Вот. Но все равно я все время стремился играть академическую музыку вот, на инструменте.
Вот. И это такой путь немножко действительно сложный, я даже не знаю, куда он меня приведет. Привело к победам, да и не к одной, хотя на пути к ним Арсению пришлось проявить терпение и каждый раз прилагать все новые усилия над собой и собственными сомнениями. Первая поездка на зарубежный конкурс обернулась неожиданным происшествием. Музыкальное состязание отменили, а Арсений лишился части аккордеона. Сегодня он вспоминает об этом с улыбкой. На обратном пути я по дороге домой, на вокзале в Риме у меня украли как раз вот половину аккордеона моего. То есть половина одна осталась, половина украли. Да, да, да. Боже. Потому что я аккордеон разделял на две части, как бы для провоза в самолете. Угу. Вот, чтобы можно было на верхней полке его поставить. И, в общем, по такой схеме отвлечения внимания, вот на вокзале Рома Термини половину аккордеона у меня украли. Это была моя первая поездка на конкурс. Вторая поездка в Италию также не состоялась, не отпустили со службы. Ну а третья поездка в Спалетто не принесла никакого результата. Мне показалось, что я сыграл хорошо. Вот, в принципе, не было никаких там провальных моментов. Вот, и занял я там последнее место. Но промахи не расстроили, и вопреки, как говорится, всем ветрам, Арсений снова стал готовиться к конкурсу. Ну, это был Курск. Там я взял гран-при, то есть я взял первое место и приз за лучшее исполнение гриди. Ну, это считается как гран-при. Получив денежную премию, упорный юноша не остановился на достигнутом. Решил осуществить давнюю мечту – побывать в Новой Зеландии. Я между делом узнал, что там также проходит конкурс аккордеонистов и баянистов. А еще подобный конкурс через неделю проходит и в Австралии. Я еду на два конкурса в Австралию и в Новую Зеландию. Получаю там и первое место. Вот. После этого очень я вспоминаю, кстати, с удовольствием эту поездку. Очень мне понравилось, конечно. Череда конкурсов, часы занятий, победы и поражения. Второе место на фестивале в Харбине стало и стимулом для дальнейших совершений. А в 2015 году для Арсения настали, пожалуй, самые громкие и яркие дни его побед. На мировом уровне есть несколько серьезнейших конкурсов аккордеонистов и баянистов. В Клюгентале, Германии, Арасата в Испании, Кастельфидардо, Кубок мира и Трофей мира. Первые и вторые места премии – это, конечно, приятно, но наш герой поставил себе более высокую планку – стать лучшим. Осенью 2015 года я поехал в Кастельфидардо, взял там вторую премию. Удивительно, просто несколько лет тому назад я даже представить себе не мог, что такое вообще возможно, что я не то что там беру премию на таких конкурсах серьезных, а что я даже просто участвую там на каком-то уровне, что я прохожу во второй тур, в третий тур. Самая вот последняя недавняя поездка – это поездка в Клингенталь в мае 2016-го, вот буквально сейчас, да, на майские праздники. И так сложилось, что я победил в этом конкурсе, взял первую премию. Я в это, честно говоря, вообще не верится, потому что Клингенталь – это самый престижный конкурс аккордеонистов. Теперь имя нашего земляка, выпускника Щелковской музыкальной школы Арсения Страковского, как победителя самого престижного конкурса аккордеонистов и баянистов, вписано в музыкальную историю мира. И поистине точно пример этого человека подтверждает несколько, по сути, идентичных высказываний: «Терпение и труд все перетрут, по трудам и вере воздастся». Успехов тебе, Арсений, и, конечно, новых свершений! Азбуки Веди. Я знаю буквы. А знают ли наши жители, как читали наши предки? Узнаем в культпросвете. Старославянский алфавит. И какие-нибудь буквы из него. Помните? Азбуки Веди. Азбуки. Азбука. Буки Веди. Дальше. Нет. Вам глаголь, потом добро. Азбуки Веди, глаголь, добро, земля, люди, как. Сейчас превозносится Кирилл и Мефодий, там мнения разные. Да. Да. Одни говорят, они создали нам язык, а другие говорят, изуродовали. Да. Славянская азбука – это уникальное явление среди всех известных способов буквенного письма. Она отличается от других алфавитов не только совершенным воплощением принципа однозначности и графического отображения. Один звук – одна буква. В этой азбуке и только в ней есть содержание, и в этом вы сейчас убедитесь сами. Для начала вспомним фразу «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Она известна каждому с детства и позволяет легко запомнить последовательность цветов радуги. Это так называемый акрофонический способ запоминания. Каждое слово фразы начинается с той
той же буквы, что и название цвета – каждый, красный, охотник, оранжевый и так далее. До реформы языка в 1918 году каждая буква азбуки также имела свое название. Каждая буква стояла на своем месте. Русская азбука – это не только набор букв, соответствующих звукам, это еще и целое послание к славянам, расшифрованное впервые нашим автором. Давайте же прочитаем послание наших предков нам, ныне живущим. Рассмотрим три первые буквы – аз, буки, веди. Аз – я, буки – буквы, письмена, веди – познал, знать, ведать. Объединяя графонические названия первых трех букв азбуки, получаем следующую фразу. Аз, буки, веди – я знаю буквы. Глаголь «добро» – говори, делай добро. Помните, как у Пушкина, глаголом «жечь сердца людей». Глагол – это и слово, и дело одновременно. Глаголь – говори, глаголю – говорю. Говорю – значит делаю. А что нужно делать? Добро. Добро есть – живите. Делать добро – значит жить в труде, а не прозябать. Зело – усердно, сорвением. Земля – планета Земля, ее обитатели – земля. Не живите, зело – земля. Живите зело землею и на земле, ибо она кормилица, матушка наша, земля дает жизнь. И како люди мыслите, он наш покой, то есть как вы, люди, думаете, таков и ваш мир. Вот вам закон отражения, что посеешь, то и пожнешь. Рцы, слово твердо, говори слово твердо, слово твое должно быть твердым, сказал, значит сделал. Ок, ферть, херь. Ук – основа знания. Сравните. Наука – учить, навык – обычай. Ферть – оплодотворяет. Херь – божественный, данный свыше. Сравните немецкое «гер», «хер» – господин, бог. Греческое «иро» – божественный. Английское «hero» – герой, а также русское имя бога «хорс». Знание – плод бога, это дар божий. Ци – точи, проникай, вникай, дерзай. Ци – это энергия, жизненно важная, высшая структура. Отсюда значение слова «отцы», «отцы», идущий от бога. Червь – тот, кто точит, проникает. Шта – в обозначении «чтобы». Твердый и мягкий знак – ерь, ерь. Варианты одной буквы – она означала неопределенный, краткий, гласный, близкий к «э». Слово «р» означает сущее, вечное, откровенное, пространство, время, недоступное человеческое разуму, светоч, солнце. Само слово «время» содержит тот же корень, поскольку начальное «в» развилось именно с придыхания, с которым надо произносить «р». Юсь – малый, свет. Старорусское «яс». В современном русском языке корень «яс» сохранился, например, в слове «ясный». Яти – ять. Постичь – иметь. Сравните. Изъять – взять. Ци – черви, шта, ря, юсь, яти, что означает «дерзай», «точи», «червь», чтобы сущего свеч постичь. Совокупность приведенных выше фраз и составляет азбучное послание. В современном переводе звучит так. «Я знаю буквы. Письмо – это достояние. Трудитесь усердно, земляне. Кто подобает разумным людям, постигайте мироздание. Несите слово убежденно. Знание – дар Божий. Дерзайте, вникайте, чтобы сущего свет постичь». Еще в древние времена наши предки рассматривали азбуку как шифр творения. У многих народов азбуки обожествлялись. Слово всегда воспринималось как начало творения, а буква была единицей, атомом творения. За каждой буквой стоял свой смысл, свой образ, свое значение. Мало кто знает, что до распространения азбуки, обрезанной Кириллом и Мефодием, у славян были и другие виды письменности – глаголица, буквица, руница, черты и резы. Почему Тургенев писал о великом и могучем русском языке? Да потому что еще в то время он таким и был, пока 23 декабря 1917 года не сделали русской азбуки очередное так называемое обрезание. А подобных реформ было несколько. А первую такую реформу русской азбуки сделали Кирилл и Мефодий в X-XI веках. Это все на сегодня. Будьте здоровы, культурных вам выходных и будней. Thank you.